Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Sacred 3, продолжаем проходить эту игру. И, в принципе, что я хотел, давайте же сразу проверим нашу одиничку, как она улучшилась. Да, действительно, стала намного шире. Уже полукруг, можно так сказать. Раньше была вот такая обычная волна вперед, и сейчас уже такой, более-менее такой... Форма такая. Ну, не знаю, в принципе, такая форма какая-то. То есть, можно сказать, уже наполовину так. Нет, хотя на какую половину? Насколько она там увеличилась? Вроде она увеличилась, ее ширина вот этой волны увеличилась на 100%. Но я говорю, я не знаю, ну просто то, что она теперь такой формы, как бы округлая или что-то такое, как бы... Вокруг, спереди вокруг персонажа, так и можно и так сказать. А, мы их и так можем убивать, вот просто так катаясь. Так, да сколько тут? Тревога, да вы чё прикалываетесь, что ли, ребятушки? Так, давайте-ка мы вас... Давайте-ка мы... Да харе тут кувыряться. Чё ты там делаешь? О, как я люблю вот этих. Набегают, не знаю, какими толпами. Мы их убиваем с одного удара. Не, ну, в принципе, это прикольно. Тоже иногда, знаете, нужно такое мясо. Не всегда таких... очень сильных врагов, можно сказать. Чтобы вот эти... Не очень сильные на тебя бежали, и вот просто... Бежит на тебя там такое нереальное количество, а ты одним вот так, бам, всех назад раскинул, поубивал, бам, всех назад, бам, всех назад. Это, в принципе, тоже так нужно, не всегда же будут боссы и все такое. Тоже нужно иногда таких не очень сильных врагов, чтобы можно было их так поубивать. У нас, ребята, уже почти что 13 уровень. Так, тут сюда можно пройти? Нет, я думал, можно. А, нет, можно. Но я не знаю, что тут будет. Или это просто обходная дорога. Ну вот тут будет сундук 100%. 100%. Да. Но в этом сундуке не всегда есть что-то офигенное. Может там пару вот золота 30. Ну, в принципе, пускай будет. Так, сейчас на 13 уровне куча улучшений будет. Ну, не то, что просто нереально какая-то куча, но будет действительно так нормальное улучшение. Самое главное, что мы двоечку сможем улучшить. Да, харе там. Давай, быстро. Так. I thought trolls were supposed to be under a bridge. What is this crap? Oh. I mean, haha! My minions will block you. Oh, это другое дело. Speed is not an option. Да давай силовой прием. Давай. Let's do this. Да ты ж так. Ай! Еще чуть-чуть. Казнь. Да. Еще чуть-чуть. Отлично, все, всех поубивали. Нет, еще не всех. А сейчас всех. Или нет? Да. Фух. Почти 13 уровень. О, это что такое? Что за пушка? It must lead to the dark core because it's giving me a monster headache. Destroy them, and that antenna goes down. Так. Ага, вот это нужно что-то, да? Отлично, уже понял. Казнить! Чё вы там за бомбы кидаете? Дайте мне отойти отсюда! Офигеть, сколько там всего! Казнить! Бам! И тебе на!
Ай, дайте отсюда отойти. Все, отлично. Этих поубивали. Не поубивали, а разрушили. 13 уровень, ребята. Силовой прием. Давай. Еще. На тебе. И ты туда лети. You're not done yet. The dark core itself lies inside the keep. Так, сейчас. Туда нельзя пройти. Нет. Ну чё, давайте сюда. Чё там есть? Чё там такое у нас? У них, точнее. Пушка какая-то там нереально большая. Туда, вот сюда. Так, ну чё? Опять ты... You will go no further. Your trip ends here. I have run out of ways to say that. My legion holds this gate. Дайте мне вот сюда, сейчас мы вас всех... I think those two elite will just hand it over. Or maybe they will, if you get their attention. Do your worst! Бам! Иди ты сюда. Так. Ай. Так, еще тебя. Там еще кто-то. Ух ты ж. Босс. Дай мне пройти. Ай. Так. Чуть-чуть. Так, отлично. Ну чё там, давай. А, заполучить ключ. Так, как-то с него, да, ключ. Всё, отлично. Don't stop! Все, отлично. Так, давайте дальше. Crow-Rock Castle. Humans held feasts and dancing that lasted for days there. Now Darkcore monsters feast in its ruins. Так. So you've made it over the bridge, eh? Impressive, I must admit. But don't worry, I'm prepared for that. Ну чё, где вы? Кто-то? Чё-то я никого не вижу. О, бомбы, значит, уже кто-то 100% будет. Дай мне отойти отсюда, ну чё ты такой жирный? Слушай, да... Дай мне отсюда выбраться! Я не могу уйти отсюда! Да ты ж... Но жопа тебе. Жопа. Не то, что жопа. Destroy them! Yes! На тебе, зараза. Hello, Darkcore. Так. Yes, I can't wait to see. Чё, всех? Нет, what? Нет, всех. The gatekeeper is dead. Minions, attack them! The ones with the weapons! Them that have killed everyone! The heroes after the core! Them! It's enough, we have to fight. We gotta listen to you too. Так, ну чё, убили мы
босса большого. Ну, как бы, не то, что очень большого. Ух, ни хрена себе, сколько тут. Так. Уничтожить. Ай! Not so fast. You ended up right where I wanted you. That was lucky. Overload the dark orbs and bring marshmallows. I want to roast them. Dark energies are no joke. Be cool. Ни хрена себе. Чем мне сейчас? That's it. Ай, да... Minions! The dark Дайте мне пройти. Unscathed, good as new. Stop them. Так, все. Нет, ну как бы не все. Дальше нужно вот эти уничтожить. Так, 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 так. Опять босс. Не, ну в принципе. Босс так босс. Силовой прием. И... Отлично. Казнить? Да, ладно. Итак. Все. Отлично, убили всех. Ну как бы не всех. Good. The dark core lies just ahead. I know because Там еще кто-то был, мне показалось. Нет. О, сражение с боссом, ребята. Ну что, давайте. Давайте посмотрим, кто вообще такой тут. А че, я пройти не могу? А, мне вперед. Только не говорите, что мне опять что-то защищать нужно. Темное ядро, эту музыку мы уже слышали. How should we... А что мне нужно делать? Should... Just smash them. Anything would be better than this. Now you feel the power I wield. It really has a mind of its own. But the dark orb will erase you once and for all. Oh, sweet gods of light, that's the stuff. Get the other one! Дай мне сюда спрятаться. О, уже знаю более-менее. Ай, вот эта хрень убивает. Ну, как бы, сносит жизни, да, но не убивает. Чувак, ты чё? А как мне вот это уничтожить? Чё-то я не совсем понял. О, тут можно спрятаться. А как... Ага. Так. Отдайте мне. А, успели, нет? Успели. Так, валим. Как можно вот сюда. Ай. Охренеть, это ядро. Ай, прячемся. Так. Ну чё там? Всё, отлично. Уничтожили. Уровень доспехи. Доспехи зачарованы. Нифига себе. Wow, I feel amazed balls. Like I just had ice cream and really great celery. Yeah. And now life will return with the dark core gone. You should be proud of yourself. Zane's anger will follow you.
fearsome will be his displeasure. Пропал твою. Mightily buffered. Just you wait. Пропало вот. Ладно, ну чё, 13 уровень, ребят, почти что 14. Давайте посмотрим, что там за зачарование. Паламбронское, твои вот эти имена. Ну не то, что вот эти имена, просто названия этих всех тюрем, башен, ну как бы локаций. Так, 13. Успехи зачарованы. Ну чё, давайте это всё получаем, ребят. Что у нас тут есть? Боевые умения, сразу же землетрясение. Так, урон увеличивается на 30%. Это. Бам. Это на каком уровне? 21. Ни хрена себе. Навыки. Чем мы можем улучшить? Казнь. Дальность казни увеличивается на 30%. Это у нас есть. А вот это при казни восстанавливается энергия. Во, это нужно. Так. Уклонение. Нет. Снаряжение. О, можно увеличить доспехи, да? Так, сейчас у нас такие доспехи, да? О, у нас уже вот на плече появилась вот та штука вроде. Так, и перчатки, или перчатки были, или... Ну фиг его знает, давайте посмотрим. Так, у нас вот этого нет. Целебная мазь помогает остаться в живых. Если здоровье снижается 20%, целебная сфера восстанавливает на 50% больше здоровья. Нормально, давайте. У нас и так бабла, в принципе, нормально. Фух, доспехи, это что у нас, это мы уже улучшили, точнее, духи. Никак мы ее не можем улучшить, нет? Ладно. Все? Ну, в принципе, да, мы все улучшили, что могли. Так, параметры. В принципе, ребята, давайте на этом закончим. Прошли мы эту миссию, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем привет за просмотр, всем удачи и всем пока.